Всем привет! Можно смело сказать, что лето в этом году удалось. Жара почти каждый день, природа тоже рядом. Ну а все остальное мы нашли на сегодняшней вечеринке. Восточная вечеринка от радио Восток FM стала второй в серии жарких мероприятий под открытым небом, под любимые песни и не без специальной тематики, которая выражалась в одежде, эстетике и блюдах. Сегодня мы с вами находимся в жарком Марокко, стиль Касабланка, в целом шарм страны. Сегодня, безусловно, подчеркнут. Все удалось на славу, мы довольны. Вайб очень прикольный, все наслаждаются жизнью, все, у всех улыбки, только в кайф. Кстати, накануне вечеринки эфир радиостанции велся отсюда же, у бассейна под жарким солнцем. Даша из группы «Раса» обещала нырнуть в бассейн после выступления. Она нам проиграла сегодня. Да, мы сегодня заключили пари, так что ждем «Расу» в бассейне. Много народу, мы всех рады видеть и, конечно же, Бридж ТВ. Даша из группы «Раса» не обошла стороной хит 90-х «Baby Tonight». Певец «Близкий» исполнил свой прорывной трек «Горы», который недавно попал в эфир «Бридж Фрэш» и «Бридж Хитс». А дуэт «Гаязов с Бразерс» закрыл вечер не менее узнаваемыми боевиками. Также артисты рассказали и о своем лете, которое у всех протекает по-разному. Мы успели сделать альбом, почти написать. У нас два раза в неделю студия, два раза в неделю тренировка, два раза в неделю выступления. Буквально месяц назад вернулся из Китая. И вот сейчас откатаю тур по Черноморскому побережью и перед сольником улечу на недельку во Вьетнам. Лето очень классно, но насыщенное. Мы постоянно ездим в разные города, и это особое удовольствие встречать лето в разных городах России. Ну а отдохнуть в Марокко под любимые песни и не выезжая из Москвы на вечеринке от радио Восток FM оказалось еще проще.